Как круто выходить с шикарного рынка в шикарных новых кроссовках, которые стоят дороже, чем этот асфальт. Все, давай, спасибо за скидку, вообще шикарный. Давай, до завтра, короче. Ой, ты, что ты мы натворил? Единственное, что тебя спасет от поцелуя с моим кулаком, так это то, что ты слепой и не заметил, и случайно наступил на мои шикарные кроссовки, на. Да это ты, блин, испачкал мою подошву своими кроссовками. И вообще ты назвашь эти сандалии кроссовками, на, блин. Ой, ты не только слепой, ты еще и дважды слепой, раз не услышал то, что у меня шикарные кроссовки. Это, между прочим, фирменные Nike. А, капецный. Тот, кто носит Nike, у того потеют. Сам знаешь что, понял, на. А у меня Adidas, понимаешь, вообще тема. Потому что кто носит Adidas, тот настоящий. Кому любая баба даст, понял? Что даст? Максимум, что даст, это кулак тебе в рожу, понял ты? Вот знаешь, если я был бы таким же неотесанным быдлом, как ты, я бы достал вот этот серый камень, да как бы залепил твою бошку, чтобы хоть какое-то серое вещество там было, понимаешь? Вот сразу видно, что ты какой-то неандерталец с камнем такой, да-да-да. Потому что я бы взял бы вот эту вот... Вот дубинку, да как бы вот дал тебе вот так вот. Вот так бы и лежал бы так, как эта палка, понял? Да с такими дубинками ходят либо бейсболисты, либо тупоголовы. Ну что-то бейсбольного поля я здесь не вижу. Пока ты со своими обезьянами, с палками бегаешь, на моем районе уже давно железный век, понимаешь? И все на. И разговоры закончились, споров больше нет у нас. Что ты достал эту точилку для карандашей, тоже меня напугал. Да эта зубочистка такая же тупая, наверное, как и ты. Твое счастье, что я пацифист, иначе знаешь, что я бы с тобой сделал? Адскую больно. Послушай меня, мэй, да я в детстве и то с оружием пострашнее ходил, а не как ты с этой пукалкой. Я тебе так скажу, когда меня спрашивают, кто твой на наш, я говорю, калаш, понимаешь? Так что давай немножко успокой свой пыл. Между прочим, я тебя не боюсь, потому что с первой секунды ты под прицелом. А? А не меня, не его. Так ему еще надо в меня попасть, и не только в меня, еще и в моих друзей. На. Что? Что это называется? Цирк уехала, клоуны остались на. Да я вот таким легким движением своего петардомета сделаю так, чтобы эта кучка разлетелась. На. Не, ну, братан, я тебе так скажу. Ты слишком шумные методы выбираешь. В современном мире больше на танки люди не надеются, понимаешь? Твои трусы, да, узнаешь? Мне мой дядя из ФСБ подогнал тут интересную жидкость. Сейчас немножечко обработаем гульфики и все, иди заказывай уже голубцы на свои похороны. На. Ты вместо того, чтобы мочить чужие труханы, лучше бы проследил, чтобы твои сухие остались, понял ты? Короче, мне это надоело. Ты уже перешел красную черту, поэтому я достаю чемоданчик с красной кнопкой, чтобы закончить этот спор. На. Ой, ты... А тебе не кажется, что мы чуть переборщили? А из-за чего мы спорили? Я не помню. Блин, подошва отклеивается. Капец, наговорили оригинал, блин. Иди поменяй. А в какой стороне рынок был? Там.